18 сентября в администрации Каспийска состоялось заседание конкурсной комиссии под руководством главы муниципалитета Бориса Гонцова. Поводом для встречи послужил отбор управляющей компании индустриального парка «Дружба». Участниками встречи выступили председатель собрания депутатов Каспийска Абдулвахид Джаватов, замглавы города Руслан Учекаев, начальник отдела реализации инвестиционной политики агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана Мария Джамалудинова, начальник отдела развития индустриальной инфраструктуры управления индустриального развития территории Министерства промышленности и торговли Республики Керим Абдулаев, начальник отдела развития преференциальных режимов управления инвестиционной деятельности Министерства экономики и территориального развития региона Мурат Мельхашев, а также начальник отдела экономики администрации Каспийска Амина Ибрагимова. В соответствии с утвержденными муниципальными нормативами и правовыми актами, порядком проведения конкурсного отбора управляющих компаний и положением конкурсной комиссии была определена этапность работы комиссии, а именно, что 19 сентября будет проведено вскрытие пакетов документов, представленных для участия в конкурсе. Далее каждый участник презентует свою концепцию создания промышленного парка. После подведения итогов голосованием членов конкурсной комиссии будет выбрана та заявка, которая наиболее положительно окажет влияние на социально-экономическое развитие города. Напомним, что в целях проведения отбора управляющей компании для управления индустриальным парком «Дружба» администрации Каспийска с 15 августа по 15 сентября текущего года проводился прием заявок.